В самом протезе память формы учитывается не в полном объеме, а в основном конструкции, которые мы разрабатываем с памятью формы, они имеют важное значение при проведении остеосинтеза костей лицевого черепа. То есть это травмы, это деформации, ибо конструкция обладает памятью формы и реализуется эффект компрессии. Подобных конструкций нет. Ибо в основном существует альтернатива, это фиксация какой-либо пластины или мини-пластины с помощью шурупов, которые укрепляются на кость. Это в травматологии, ортопедии и в нейрохирургии, и в челюстной хирургии в том числе. Но мы разрабатываем, наши оригинальные методики основаны именно на разработке конструкции с памятью формы из никеля титана, которая разрабатывается в Томском университете под руководством профессора Гюнтера.